Как добраться до зоопарка на метро? Станция Анг Мо Кио, красная ветка. В кассе можно получить вот такую подсказку. Затем пройти через весь торговый центр. Автобус 138. How much to the zoo? $2.20 is. Билеты, купленные через сайт, можно не распечатывать, а показать прямо в телефоне. И сразу при входе нам встретились тамарины. Поскольку животные находятся не в клетках, а в естественных условиях, то тут как повезет. Вы можете их увидеть, а может и нет. Мы были в этом зоопарке в 2012 году. Об этом есть видео. В прошлый раз мы не видели зону «Морозная тундра». Скорее всего, ее еще не было. С тех пор появилась экспозиция с динозаврами. Зачем? Ведь живые животные интереснее искусственных. Переходим в дикую Африку. Здесь огромные носороги. Пятнистые гиены. Гепарды. Черепа тех, на кого они охотятся. Не бойтесь, жирафы живы. Живые и беззаботные зебры. И, конечно же, любимцы публики – сурикаты. Африканские львы в романтическом настроении. Эта зона называется «Хрупкий лес». Здесь что-то типа контактного зоопарка, птицы и животные находятся рядом с вами. В этот раз лемуры были далеко, а в прошлый мне удалось погладить одного. Животные настолько близко, что появляются совершенно неожиданно.
Вот этот друг решил перейти дорогу перед трамвайчиком. Разные виды черепах. А также рептилии. Зоопарк очень большой, чтобы все посмотреть, нужен целый день. В этот раз мы обошли около 2/3. Напоследок мы дошли до азиатских слонов. Сделали селфи, но так как зоопарк закрывался, нас посадили в трамвай и доставили к выходу. Вот такой он, сингапурский зоопарк, нашими глазами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.